И всем привет, с вами снова Фазмайнер, или же Фазмайн Шоу. И да, это ответы на вопросы. Сегодня я буду отвечать вместе с Голди. Голди отвечает в своем видео на свои же вопросы. И, кстати, извините, что вопросы немного запоздали. Ну, дела, понимаете. Да. Ну что ж, погнали. От вируса ФНАФера первое. Что важнее, ФНАФ или Майн? Ну, вообще, важнее ФНАФ, потому что, ну, во-первых, я канал создал сначала по ФНАФу, а Майн уже пришел потом, так что для меня ФНАФ потенциально важнее, так как я с него начинал, не с Майна. Майн уже пришел потом, так что ФНАФ. Второе. 2 плюс 2 умножить на 2 плюс 2. 8. Легко. Третье. Почему ты начал на Ютубе? Ну, короче, вот была история, что я вот где-то 2 года назад... Нет, даже 3 года, моему каналу 3 года. 3 года назад я фанател по каналу Таша Клей, где лепили ФНАФ с пластилина. И вот я тоже этим заинтересовался. И сначала я создал свой канал, и сначала там я выкладывал обзор на свои фигурки ФНАФ. К слову, да, леплю я неплохо. Какую игру выбрал бы, Бравл или с взлом Бравла? Ну, вообще, я играл в и то, но Бравл выигрывает с Бравл, потому что там хотя бы без лагов можно играть и нормально. Да, да, в Нулсе разблокированы бойцы, бесконечные гемы, но просто в Бравле можно нормально играть, а в Нулсе я играл хрен подключишься. Может быть, сейчас что-то изменилось, но я как бы не проверял, так что выбираю Бравл. Пятое, 666, это число кого? Конечно же, демона, там, дьявола. А, Shadow, Shadow Bonnie. Это число демона Shadow Bonnie. Все, ответил. Шестое, кто круче, ты или Голди? Ну, если сравнивать по каналам, то я как бы круче, потому что у меня 731 подписчик на данный момент, а у Голди 40, да и вообще вот... Но я считаю, что у меня монтаж, ну, немного лучше, да и рисовать я вполне умею. Но я считаю, что я круче, не в обиду Голди, если что. Следующий вопрос у нас от It's Luxy. Будешь ли ты снимать что-то, кроме Майна или ФНАФа? Возможно, в будущем буду Бравл, но не знаю. Возможно. Дальше у нас вопрос от Смарти. Первое. Как дела? Намана от Элишина, зашибись, круто. Второе, сколько бы ты хотел иметь подписчиков? Моя цель-то 1500 подписчиков, ну, если мы наберем столько, то тогда 5000 подписчиков. А если и столько, то 10000 подписчиков, это у меня уже конечная цель. Я знаю, что я даже 5000 не наберу, но помечтаем. Дальше вопросы от Геодэш. В какой краине ты живешь и в каком городе ты живешь? Я живу в стране Россия, в городе Брянск. Дальше у нас вопросы от ФЗИ и Арчи. Сколько серий ФЗИ реворк ты планируешь выпустить? Ну, пока что мы задумаемся со всей нашей командой выпустить первый сезон, а это 30 серий. Ну и если FZE Rework пройдет, так сказать, начальную стадию, ну то есть будет первый сезон уже снят, то тогда наша цель это 10 или 5 сезонов, в каждом по 30 серий, вот. Дальше у нас вопрос от Milka One. What's better, Java или Bedrock? Ну, я не играю на Java Minecraft ни разу, так что я не могу сказать, что круче, извини. Следующий вопрос у нас от Морти. Первое. В какой стране ты живешь? Россия, матушка. Второе. У тебя есть питомец? Да, и много. Есть два попугая, черепаха, краб. Дальше не буду перечислять, и так ясно.
Рети, твоя любимая игра? Ну, вообще, любимая игра Minecraft и FNAF, если можно, две игры. Ну, как бы вот это две мои самые любимые игры, в которых я больше всего провожу времени, которым я больше всего заинтересован. Ну и, в общем-то, вот. Четвертое. Как ты познакомился со всеми участниками ФЗИ? Ну, короче, вот было приложение в 2019-м, Multiplayer Master. Эх, ностальгия. Вот сейчас это приложение закрыли, но думают вернуть. И вот там я создавал сервак и, короче, снимал, ну и заходили. То Морти вот зашел, вот мы с ним познакомились, то Shadow зашел, еще New Golden Foxy. Короче, вот я там много актеров обрел. И обидно, что приложение закрыли. Ну и это все вопросы. Надеюсь, я никого не упустил. Всем пока, с наступающим НГ от всей команды ФЗИ и лично от меня. Покусики и удачи в жизни.